Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам готовый морской аквариум, который мы вместе с вами клеили в прошлом выпуске. Он подсох, я зачистил все швы и хочу немного похвастаться. И в заключение хочу порекомендовать вам использовать этот метод, особенно если вы новичок. Делайте все по шагам, посмотрите мои остальные видосы, где я очень подробно рассказываю, что зачем делать, чем прикручивать и так далее. И если вы все сделаете по порядку и правильно, вы добьетесь гарантированно высокого результата, тут, в общем-то, негде ошибаться. Получить более аккуратно склеенный аквариум вот таким методом проще, чем клеить со скотча. Ну и если вы хотите купить у меня такую банку, пишите мне в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Рад был с вами повидаться, до встречи в новых видосах, пока!